Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. Сегодня у нас обзор новой серии фиксики в шоколадных яйцах Шоки Токи от Конфитрейд. Недавно я делал обзор на новые свитбоксы фиксики спортсмены. Игрушки там были отличные, кто не видел, советую посмотреть. Надеюсь, в Шоки Токи тоже будет отличная коллекция. Ставь лайк и поехали. У новых Шоки Токи 4 варианта обложки. С шпулей, фаером, ноликом и симкой. Яйца эти от 25 апреля. Вначале посмотрим на вкладыш. Собери всю коллекцию, всего 6 игрушек. Нолик, Папус, Мася, Симка, Шпуля и Верта. Эта серия очень напоминает очень старую коллекцию свитбокса. Знаете, игрушки в миниатюре как будто. Но сразу вижу, что они будут лучше, чем предыдущая серия Шоки Токи. Там были резиновые игрушки-прилипучки одноцветные. Мне совсем не понравилось. И первым мне попалась Шпуля. Одета в желтый костюм под цвет своей бомбической прически. Какая-то она тут грустненькая. Или расстроенная, а может задумалась о чем-то. На груди у Шпули эмблема фиксиков серебристая. Это здорово, что выделили цветом. У Шпули уж очень длинные руки. Загребущие. Но фиксикам они пригодятся. Фигурка сделана из пластика, стоит на подставке. По покраске замечаний нет. Идем дальше. А это хоббит в мире фиксиков. Нолик, самый мелкий. Но от его роста важность этого фиксика не уменьшается. А у Нолика вот руки до самой земли достают. И голова, смотри-ка, огромная. Поумнее Шпули будет. Если бы, конечно, размер головы влиял на ум. У Нолика отличная прическа в виде льда. Всегда мне нравилась. Вообще у фиксиков прикольные прически. И Нолик, кстати, тут тоже какой-то грустненький. Что-то на обложках они все радостные, веселятся. А в коллекции какие-то скромные, грустненькие. У меня уже в коллекции целая армия фиксиков и свитбоксов. И из киндеров, и из чупа-чупсов. И от просто тойс, откуда их только нету. Первая повторка, еще один грустный нолик. И сразу же попадается аж пуля. Пока закладочка мне не очень нравится. С другой стороны, игрушек-то всего 6 коллекций, так что повторок будет много. От них никуда не спрячешься. Если вы, конечно, не обладаете сверхудачливостью. А вот и новый фиксик. Это симка. Интересно, МТС или Теле 2? Как вы думаете? Она оранжевого цвета. Волосы у нее собраны в хвост. Торчит вверх. Кстати, из фиксиков можно целую радугу собрать по цветам. О, знаете, что я сейчас заметил? А где в коллекции фаер? Он же даже на обложках есть. Как так обделили коллекцию без фаера? Ну а что еще про симку сказать? Обычная, отличная фигурка. Пол коллекции собрали. И сразу повторная симка. Чтобы серия в двух экземплярах собиралась. О, вижу сразу, другой фиксик. Это Верта. Она у нас синяя, как нолик, но вот прическа у нее зеленая, чтобы отличаться. А то вдруг кто-нибудь их перепутает. Брат с сестрой. Интересно, как она себе вот эти волосы завивает, чтобы они так торчали вверх.
А прическа у нее классная. Я таких ни у кого не видел. Тоже у нее длиннющие руки, сама худющая. И вроде бы хочет улыбаться, но какая-то грустная. Грустная серия фиксиков. Осталось найти папуса и мамуса. Но здесь у нас симка. Третья уже. А у меня телефон двухсимочный, не подойдут. А вот и мамус, мама всех этих фиксиков. Где же ты Фаера потеряла? Хотя вполне возможно, его отправили на спецзадание. Мама у нас вся розовая, с очень шикарной прической. Как у Марш Симпсон. Оттуда походу списали. Эмблема у каждого фиксика одна и та же. Ну все, мамус есть, осталось найти папуса. Вообще можно, конечно, взвесить яйца, найти самое тяжелое, и там точно будет папус, так как папус самый огромный фиксик. Так, тут повторка. И еще одна симка. Можно в переход метро идти. Какое яйцо потяжелее? Вроде бы вот это. Да, очень тяжелое яйцо выбрал. С ноликом, самым маленьким фиксиком. Сдается мне, что папуса тут не будет. Зато у меня опять пополнилась моя симошная. Вот такие очередные фиксики в шоколадных яйцах Шоки-Токи от Конфитрейд. Коллекция хорошая, яркая, без косяков. Правда, непонятно, почему без Фаера. Папуса я найду, серию соберу и добавлю в свой легион фиксиков. А как вам такая коллекция Шоки-Токи? Будете собирать? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по чайку с шоколадиком.